Всем привет! У нас скоро 10 часов вечера, и так светло на улице. Смотрите, Матвей захотел покупаться. А, с мячом плавает. Вот. Смотрите, какое у нас небо в 10 часов вечера. Смотрите, какое у нас небо. Вот там он над деревом, над высоким, луна видна большая. А с другой стороны солнце заходит. Сейчас покажу тоже чуть попозже. Смотрю, я смотрю. Вот как он умеет. Здесь гамак, его уже убрали, собрали, потому что вечер. Да, и тент уже сейчас будет покрывать. Это я у Миши с Леной на их территории Матвейку привела. А он захотел искупаться, поплавать. Угу. А здесь дальше калитка открыта. Сейчас мы и пройдем в эту калитку. Дальше там картофельное поле у них растет. Уже картошка начинает цвести, а моя еще нет. Дрожу, иду дрожу. Вот. Вот какая картошка. Видите, как светло. Это трава скошенная. Миша тяпал. Сорняки здесь все протяпал. Картошка чистая. Теперь окучивать будет. Вот, я иду туда, где картошка начинает цвести. Смотрите, вот беленький цветочек. Это картошка цветет. В другую сторону поворачиваюсь. А-то там Миша хочет квадрокоптер запустить. Лена с Матвейкой там плескаются. А, смотрите, с другой стороны, какое небо. Вечер. Алое. Закат такой красивый. Слышный шум машин. Здесь трасса проходит на Тверь. На Москву едут люди. Вот такой закат. Ничего вам не напоминает такой алый закат? А мне напоминает стихотворение одно. Сейчас я вам расскажу его. Если, конечно, все вспомню. Но должна вспомнить. Выткался над озером алый цвет зари. На бору со стонами плачут глухари. Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло. Только мне не плачется, на душе светло. Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог, сядем в копны свежие под соседний стог. Зацелую допьяно и замну, как цвет, пьяному от радости пересуда нет. Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты, унесу я пьяную до утра в кусты, и пускай со звонами плачут глухари. Есть тоска веселая в алостях зари. И пускай со стонами плачут глухари. Есть тоска веселая в алостях зари. Кто помнит это стихотворение? Чье оно? Конечно, вы все помните. Наша юность, молодость была. Тогда такие стихи учили и запоминали. А, какая луна! А Миша запустил квадрокоптер. Вот он полетел. Поднялся кверху. Ох, куда он? Там зеленый огонек мигает. Жужжит, как кузнечик. А теперь такие съемки можно делать с квадрокоптера. Камеру туда приделать, прицепить скотчем. Или как-то по-другому. Еще смотрите на нашу зарю. Красиво. Ох, какое небо выше подняла. Я всем вам желаю спокойной ночи. Сегодня день летнего солнцестояния. Самый длинный день, самая короткая ночь.
Будьте все счастливы, благополучны. И пусть у вас, у всех будет все хорошо. Все ваши родные пусть будут здоровы. А вы с хорошим настроением просыпаетесь каждое-каждое утро. С желанием жить. Пока, до встречи.